Легкие шаги по дороге, старой дороге, известной всем. Вот они уже на пороге нашего баба, а тут без проблем. Выдуем кружечку пива, после долбанем еще по одной. Вот уж и все, пора собираться. Вот так вот кончается наш тай нулевой. А дальше будем кричать мы кричалки. А дальше будем фаера зажигать. А дальше будем лупить мы космонавтов. Да и вообще я не знаю, чего от нас ожидать. Отдыхайте, расслабляйтесь, отдыхайте. Жара в голове шумна, глаза за пеленой. Это, наверное, пивко, наши ведут 3-0. А это значит, что и в душе, и в голове убийственно легко. После матча мы пойдем квасить пиво, вести третий тайм. Наверное, смысла нет. А если оппонент имеет что-то против, мы их погоним. Врагам пощады нет. На 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 на. Паша! Пару слов! Ребят, спасибо вам за поддержку в течение всего сезона. Вы были, как всегда, хороши. Мы знали, что вы всегда были с нами. Так что можно сказать, что вы свое дело сделали. Мы сейчас тобой сделали. А мы свое пока не сделали. Так что я могу пообещать, что мы приложим все силы и сделаем свое дело. И будем в следующем году премьер-лиги. Вместе! И до конца! Вместе! И до конца!